Все, да, все Потому что обводить. не имеет смысла в магии. Ну, делать-то я все равно все подряд буду. Да. И потом мы будем считать. Вот хозяин сам дефектует свой капот. Ну, вот раз, два. Ну, можно потереть пальцем. Я, например, вижу, что там вмятины. Там их две, и вот дальше три, четыре, да. Вот. Даже на кинокамеру видно. Это у нас моя любимая машинка. Hyundai Accent. Ее градиком слегка погладила. Пожалуйста, передвигай, как тебе удобно, Сереж. Не вопрос. Ладно. Все тут понятно. Сейчас дефектуем, потом посмотрим, что тут получилось. Ну вот, отдефектовали. Хозяин считает, потому что я только до 10 считать умею, не больше. Сейчас посчитает, будем знать. Интересное занятие считать. А мне еще потом это все сделать надо. Понятно, что не все идеально. Допустим, вот здесь на капоте, на краю слева, там заломчик куда-то ткнулась, и краска повреждена. Там особо не подергаешься, но тем не менее. Сколько? 109. Пиши. Крупно, 109. Ну, что-то ты мелко прям написал, так, 109. Ладно, вот 109 вмятинок нашли. Ну, когда лампа поставится и будет работать, тут, наверное, не 109, а 110 вмятин, потому что все под всеми ракурсами не просматривается. Плюс еще тут вот надо будет этот капот полирнуть, тут надпись написали. Сейчас ее особо не видно, но мы видим, тут кто-то взял, наковырял, не паркуйся здесь. Вот это тоже надо будет убрать, сполировать. Ну, то есть абразивно срезать и опять наполировать. Вот такая вот картина с этим капотом получается.